Здравствуйте, у нас на обзоре вторая часть гостиной. Это такой диван. Может использоваться отдельно, может быть составной частью гостиной для сильванов. Вот такая коробка. В набор входит диван, подушки, игрушка. Фигурки в набор не входят, только мебель. Товары японские, вся информация на японском. Посмотрим, что внутри. Товар имеет индивидуальную упаковку, чтобы он не испортился, не терся ни обо что. Здесь у нас вот такой диван. Диван обит тканью, он мягкий. Внутри, скорее всего, поролон. Внешние детали сделаны из пластика, все очень прочно, никакого запаха нет. Есть коврик для сильванов, подушечки тоже мягкие, сделаны из ткани. Также в аксессуары входит картина и бра. Бра можно наклеить в домик, то есть тут есть клейкая поверхность, и в домике можно устроить свет. И мягкая игрушка, на самом деле не мягкая, она твердая, тоже из плюша, как и в сильваны. Вот такая игрушечка, маленькая совсем, около 2 сантиметров. Сам диван рассчитан на двух сильванов, он в ширину 9 сантиметров. Ну, картина, она около 4 сантиметров. Спасибо за внимание, ссылки на товар в описании к видео.